В Тобольске две пенсионерки попались на старую уловку мошенников. Суммы ущерба составили 200 и 170 тысяч рублей. Женщинам звонили злоумышленники и сообщали, что их родственники спровоцировали ДТП. Чтобы урегулировать ситуацию, мошенники просили передать деньги якобы для сотрудников правоохранительных органов. Забирать финансовые средства приезжал курьер. Позже полицейские его задержали. Им оказался 24-летний тоболяк. Тоболяк рассказал, что согласился на подработку, которую нашел в сети интернет. В его задачу входило ездить по указанным адресам, забирать денежные средства, оставлять себе 7% и остальную часть переводить на банковские счета. Подозреваемый успел заработать более 30 тысяч рублей. Часть денежных средств он потратил на покупку сотового телефона. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.